Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас трэш. Не знаю, там смотрели, не смотрели, многие на стриме попросили меня нанять некоторых героев. Мы это сделали, и в итоге, смотрите, я не могу ролить. То есть я не могу поролить ничего. Конечно, это можно исправить. Я сейчас вам покажу прикол, который мы сделали. Как вы знаете, максимальное ограничение героев, ну то есть любого итема 49 тысяч. И кто-то там был писал миф там или баг, если набрать всех зеленых там либо любых героев, они больше выпадать не будут. Вот, и мы это решили затестить на стриме. В итоге я так и завтыкал, что-то заходил и решил забрать даже бесплатку ту же самую. Смотрите, не могу, не могу. А почему не могу? Поехали, покажу. Вот у нас такое вот количество. Вот Hill Giant. Ну, гигант, да. Вот, гигант, холма, скажем так. Смотрите дальше. Нанять. Нанять. У вас максимум бочек. Продаем бочки. Все. Продали. Теперь мы можем это делать. То есть, по сути, так, чтобы вы себе понимали, потому что некоторые ребята все-таки в это верят и могут просто это сделать. Я это сделал для теста. Если вы насобираете каким-то чудом, хотя я в это очень мало верю, что кто-то будет такое делать, там разве что донаты там могут себе на английском сервере позволить, так как оно в принципе относительно эта фигня по расходникам. Взять, там, допустим, давайте сейчас паролим до МБ. В принципе, вот малыш ник Лазуля. Ну, это нормальное явление, видите? После того, как вы продали 50 тысяч бочек, у вас начинают падать имба героя. Новая тактика, ребят. Потратьте полтора. Сейчас я посмотрю, сколько там у нас получилось. Вот, заходим сюда, найм. Выбираем. Можно, конечно, и там этих, а нам тут не хватит, видите? Не хватает уже. В общем, сейчас посмотрим. Делаем так. Мне, в принципе, слизни по сути не нужны. Вот мы получили 60 миллионов. Заходим сюда. Нанимаем. Ну, интересно, сколько у нас получится. Ну, всего лишь 3000, нифига себе. Заражались, нафига мне 3000. О, паладинов нормально получается. Паладинов как раз можно 50 тысяч нанять. Этих тоже. Не, этих меньше уже. Паладины, ниндзики. 10 тысяч атлантов. Ну, у меня было раньше. Я закинул в гильдию. У меня тут было. Только я в гильдию закинул. 400 миллионов. То есть можно было забить нормально. Ладно, суть не в том. Заходите сюда, нанимаете. Там даже слизней вот этих вот взять, да, вот. 250 тысяч мы потратили. И все. И все, я ничего не могу сделать. Мы потратили 250 тысяч, то есть расценка нормальная такая, да, 250к. Ну, это по сути уже ни о чем. Заходим сюда, где там наши слизни. Вот они. Раз. Продали, здесь получается курс обмена, продали 50 тысяч, потеряли там, ну, что там, 2,5 раза, да? А теперь, если нанять бочку, вот бочка у нас есть, наняли, 1,5 миллиона мы теряем, кгшек. Наняли, и та же самая тема, то есть без разницы, какой герой, видите, вы не можете. Поэтому не ведитесь на эту фигню, потому что многие это по-любому попытаются попробовать сделать. Оно того не стоит. Вы не сможете вообще ничего. А получили мы 151 к 10. Как так? IGG, что за фигня? Где мои, блин, миллионы? Так, это я не могу забрать. С яйцами та же самая трабла у меня. У нас получается
Вот тоже открывать сумки не могу. А, не, ничего себе. Это я что-то качал. Нифига себе, ну все, понеслась. А, недолго мы потратили, получили плюхи. Такс. Сейчас. Что я вообще хотел? У меня уже вылетело из головы. Я что-то вам хотел показать интересное. В итоге вылетело из головы. В общем, сама суть данного прикола, то есть, по сути, этого нет. То, что там рассказывают, явный пример я вам показал, что теряете вы, конечно, дофигища. Было бы, конечно, круто. Я думаю, так бы многие уже забили. А ну давайте, кстати, давайте попробуем. Или будет нам сейчас падать. Так, рыцарь после слива. Не, ну тут явно что-то не так, ребят. Это по-любому тут что-то не так. Надо так делать. Короче, копите по 1,5 ляма, сливайте, и будут вам падать имба героя. Ну, это не точно. Ну, конечно, прикольно упало. Согласитесь, два раза слили, блин, и прикольные герои вытащили. Такс. Что тут у меня по аккаунту? Надо будет как-то сесть и почистить склад. Чистить и что? Сделать конкурсы. В общем, по поводу условий конкурса. Многие из вас спрашивают, я назову этот видос. Даже не буду, я потом вам расскажу. Сама суть для тех, кто дослушал дальше, тут молодец и не знает. У меня конкурсы есть еженедельки, есть угадайки, то есть очень много разных конкурсов. Еженеделька проходит с понедельника по воскресенье, участвуют видео за неделю. 15 видео как минимум у вас должны быть репостнуты и вы должны написать свою айдишку, как мне с вами связаться в комментах. Все, то есть репост делаете в социальную сеть, а у вас должны быть открыт плейлист видео, которые понравились, и плейлист с ну, с вашими подписками, на кого вы подписаны, чтобы я видел, что вы на меня подписаны. И, в принципе, все. Чем больше у вас видосов, соответственно, тем больше шансов у вас есть выиграть плюшечки. Вот так вот. Поэтому не теряйте свой шанс. Я запишу вам, наверное, отдельный видосик еще. Блин, сколько этого хлама. Вот реально валяется. Вот нафига мне вот эти вот. Я думаю, многие даже уже, наверное, начинают задумываться. Я думаю, вряд ли кто-то из бездонатов копит вот эти эмблемки. Хотя, в принципе, почему не копить? Они тоже, по сути, нужны. Ну, отсюда ничего интересного как бы для меня не падает, поэтому мы их просто так сливаем, потому что места все меньше и меньше. Я не знаю, с каждой обновой все печальнее и печальнее. Так, а что у нас тут выпадет? О, психощит, блин, офигеть. А тут? Чик-чик-чик. Ну, такое. Короче, вот эти третьи сеты. Нафига они нужны уже? Тут заходишь, сразу девятые продают. Вангую где-то через месяц. Девятых будут по 100, по 200 штук продавать. По-любому наборами. Потому что, ну, оно все обесценивается. Это самая большая, как по мне, беда. Castle Clash. Потому что нету никакой стабильности. В принципе, какая может быть стабильность, когда игра называется Битва замков. Такс, давайте уже дочистим. Чтобы спокойно спать. 4 ремки четвертых. Я надеюсь, они к вам кому-то придут. Это тоже можно продать. Я пятерки хотя бы поставляю, так ради приличия. Вот это вот нафиг не надо. Вот это я даже не знаю, где. А, это саксы, скорее всего. Мы получили мистические. Все. Хоть место освободили, а то ну, просто Unreal какой-то. Вот посмотрите. 250. У меня мест не хватает этого, чтобы продать. Давайте хотя бы третье. Так вот печалятся донаты, ребятушки. 30. Блин, что с ними делать? Они что место занимают. Отлично. Пятый. Пятый. Третий. Отлично продается.
Я надеюсь, к вам это все поприходит. Будет ржачно, если потом попозже ведут передачу. Ну, передачи я вряд ли думаю, что ведут. Так, нафиг, не будем смотреть. Ну, нормально, я считаю, нормально мы почистили. От их можно открыть. И эти тоже открыть. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.